Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, ой, радуйся, земле, син Божий. Столи та секили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, ой, радуйся, земле, син Божий. Бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Добрий вечір тобі, пане господи. Здесь мы проводим праздник. Здесь такое средоточие всех мастеров, даже тех, кто не участвует в фестивалях. Это как завершение старого года и встреча нового года. Очень много мастеров, кто здесь живут. Очень многие участвуют. Такой самый многочисленный фестиваль, я бы сказал. И как место встреч, наверное, для всех. Скульптура называется «Небесный постол». Мы изобразили ангела-пастыря, ангела-хранителя наших душ, потому что мы агнцы, и эти барашки-облака, по сути, это наши души. Бог любит нас, мы хотели в Рождество это донести о том, что Бог – это все-таки любовь.